Здравствуйте, Бортон Федоркова. Геннадьевич, скажите, пожалуйста, чем закончилась ваша встреча с правоохранителями вчера? И что можете сказать по поводу обвинений тех людей, которые называют себя пострадавшими от вас и от вашей охраны? Видели ли вы их раньше? Я уже отвечал, еще раз вам отвечу. Первое, я хочу вас поздравить с назначением вашего непосредственного руководителя Зураба Аласани. Значит, что он возглавил национальную телерадиокомпанию Украины. Думаю, вы скоро будете работать в городе Киеве. Это первое. Второе, то, что касается вашего вопроса. Значит, я не знаю этих людей, это первое. Увидел их только в средствах массовой информации, как они, так знаете, щеголяют, да, раздавая интервью налево и направо. Поэтому моя охрана – это сотрудники правоохранительных органов милиции. Они, наоборот, должны пресекать все, что? Проступки или преступления. Поэтому я уверен в том, что объективно разберется следователь, следствие. Тогда я вам отвечу на все ваши вопросы. Вы сказали сегодня, что будете встречаться с представителями общественных организаций, которые требуют референдума. Можете уточнить, какие это организации или фамилии людей? Там их просто очень много. Это, если мне память не изменяет, «Боротьба». И сейчас, Юр, можешь узнать, пожалуйста? Сейчас мы вам скажем. Это самые активные, те, которые подают заявки. То есть мы получаем заявки, и мы видим, что это за организация. На последнем митинге они высказали требования.